Всем привет! Хочу рассказать об энтеросорбенте. Называется он Атаксил. Этот препарат применяют при профилактике, а также в комплексе терапевтического лечения кошкам, собакам, при желудочно-кишечных заболеваниях с диарейным синдромом, гепатитах, интоксикациях и микотоксикозе. Доза зависит от того, кому вы даете. Значит, в упаковке 10 вот таких вот саше пакетиков. На обратной стороне есть инструкция. Разводите в воде. Температура должна быть не выше 25 градусов.